Все услуги ЖКХ в едином окне. Вот для чего создан сервис ГИС ЖКХ. Он предоставляет гражданам около 10 услуг, которыми можно воспользоваться, не выходя из дома. Для каждой организации этот сервис дает свои возможности. Для муниципалитетов это уменьшение документа оборота. То есть всю информацию о жилом фонде, частном и многоквартирном, благодаря ГИС ЖКХ можно хранить в электронной форме. Ее нельзя подделать, да и меньше вероятность потери данных. Какое участие в администрации по хозяйственному учету города? Это огромнейшее хозяйство. Это в том числе частный сектор, в том числе многоквартирные дома. Все это по хозяйственному учету у нас находится параллельно и в электронной, и в книгах он регистрации по хозяйственному учету, и в электронном виде. Постепенно мы уходим от книг и наручной работы. И все это переходит в систему взаимодействия, межведомственную систему взаимодействия именно в ГИС-ЖКХ. Опять же, люди ходят за справками. В конечном итоге по данной программе она будет взаимодействовать со всеми другими программами, как я ранее сказал. И обращение людей за справками, там выписка по хозяйственному учету или там иная справка, она будет в формате электронного взаимодействия. Сегодня этого не отличается? Не полностью. Не все справки перешли туда, не полностью. Но часть услуг уже оказывается нами в электронном виде. Какие? Ну, например, это выписка по хозяйственному учету, там три формы выписки. Вот такого вот рода она, система уже в электронном виде перешли. На сегодня в ГИС ЖКХ введено около 11 тысяч частных домовладений и все многоквартирные дома Назрановского округа. Благодаря сервису гражданин может узнать о работе, проводимой управляющей компанией, проверить наличие у нее лицензии на деятельность, узнать график капитального ремонта, принимать участие в управлении домов онлайн. В сервис должны быть внесены каждый частный дом и квартира. Какие удобства он предоставляет, сама программа, для простого обывателя, это нужно отдельно отметить. То есть, если мы, у всех у нас имеются телефоны, многое часть населения зарегистрирована в госуслугах, он регистрируется в той же системе ГИС-ЖКХ. Это абсолютно несложно делать. И он через ГИС-ЖКХ имеет возможность обратиться, сидя у себя дома, буквально с телефона, с заявлением, любая ресурсная организация, любое ведомство и загруженное здесь, в том числе и администрация города, и задать свой вопрос и сделать официальное обращение, а также отследить свои счета, лицевые счета по коммунальным оплатам. И если есть какие-то неясности, сделать здесь же обращение, они фиксируются и, как любое другое обращение, оно рассматривается. Что администрациями, что ресурсными, что любым ведомством. То есть это удобно. Никуда не надо ходить, никуда не надо взаимодействовать. И просто сидя дома, ты можешь делать свое обращение. Также житель может, будучи зарегистрированным в ГИС-ЖКХ, подать свою официальную заявку. Наверное? Да. То есть подать заявку, и она будет рассматриваться. Опять же, все инциденты, которые у нас происходят по направлению ЖКХ, мы фиксируем в данной системе. В прошлом году у нас было, в части там водохозяйства, газохозяйства или электросетей, 350, более 350 инцидентов. Все они там зарегистрированы и все они ликвидированы. И тут же отслеживается ликвидация данного инцидента, там будет порыв или отключение, там трансформатор сгорел. И данная информация вносит. На сегодняшний день у нас загрузка идет более 80%. Но опять же я должен сказать, что одним днем это никогда не завершится. То есть это программа постоянного взаимодействия. То есть все, что Росреестр регистрирует, в
конечном итоге переходит сюда в плане недвижимости, в плане жилищного законодательства. Через сервис можно ввести и проверить показания приборов учета за использование услуг ЖКХ, получить информацию о тарифах, а также провести оплату за оказанные услуги в сфере ЖКХ. Все ресурсоснабжающие организации зарегистрированы на портале. Мы обязаны, как поставщик всех услуг, размещать информацию о том, что мы есть как организация-поставщик, наши реквизиты, тарифы, информацию по всем имеющимся договорам, информацию по начислениям, показаниям счетчика. То есть государственная информационная система ГИС ЖКХ, которая по 209 приказу от 2014 года запущена в работу, это своего рода сводный личный кабинет для всех услуг, где, если вы зарегистрируетесь и посмотрите на свой адрес, будет обязана отражаться информация абсолютно по всем имеющимся услугам по вашему домовладению. Информация в ГИС ЖКХ размещается с привязкой к каждому строению. То есть мы вот на текущий момент выгружаем более 60 тысяч объектов недвижимости, и по этим объектам недвижимости мы обязаны размещать информацию по приборам учета, по наличию договора, задолженность, начисления. То есть это требование законодательства, которое мы соблюдаем и ежемесячно производим выгрузку. Часто у жителей возникают вопросы по начислению платежей и его контролю. Но войдя в личный кабинет ГИС ЖКХ, можно увидеть свои актуальные платежи. Здесь все прозрачно и честно. На сервисе хранятся самые актуальные сведения о состоянии жилищно-коммунального хозяйства. Сам по себе ГИС ЖКХ – это федеральный услуга, которая синхронизирована с порталом государственных услуг для того, чтобы были прозрачные начисления, чтобы потребитель при желании мог увидеть всю информацию, которая там размещена абсолютно по всем услугам, узнать, когда у него будет очередной капитальный ремонт, то есть там размещена информация помимо всех поставщиков об управляющей компании, допустим, узнать, когда у вас будет очередной ремонт лифта. То есть это государственный сервис, цифровой, который делает прозрачным работу всех поставщиков коммунальных услуг. И откуда планируется получать информацию для начисления льгот и субсидий. Пользоваться сервисом ГИС ЖКХ могут все жители страны. Ограничение одно – нужен паспорт. То есть пользователю должно быть не менее 14 лет. Подключиться тоже легко. Регистрация проходит через подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Здесь мы видим уже оплатить жилищно-коммунальную услугу по любому лицевому счету, подключить лицевой счет, направить обращение, жалобу, субсидии, компенсация расходов. Здесь ты заходишь, оплатить, и ты свой лицевой счет вбиваешь, дом, адрес, улицу, далее он тебе показывает, у вас задолженность такая, оплачена, то, если вы считаете ее спорной, вы можете там подать обращение. Эту информацию также видит жилищный надзор, когда вы подаете обращение, они тоже реагируют на это. ГИС ЖКХ – это современная и удобная платформа. Ее главная задача – сделать сферу ЖКХ более понятной для граждан, обеспечить простой доступ к широкому перечню услуг методом единого окна. В системе уже зарегистрировано более 4 миллионов пользователей по всей стране. Муслим Ганиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.